находимся в общественном музее военного детства, или как еще его в городе называют, музей детей Великой Отечественной войны. И хоть мы находимся в зале боевой славы, тем не менее, мне очень хотелось бы сегодня рассказать о предметах быта, которые находятся в этом общественном музее. Дело в том, что начинался наш музей именно с маленьких предметов. Мы никогда не думали, что он будет таких размеров и достигнет такого количества экспонатов. И, как ни странно, один из первых экспонатов – это была плюшевая скатерть. И тогда еще дети заинтересовались, вот что это за ткань, какая история этой ткани. Оказалось, что плюш, он был изобретен еще в конце 1800 года, и тогда еще, наверное, это были, ну, такие предметы, скажем, скатерти, может быть, портьеры, шторы, вот. И, как оказалось позднее, то плюш ворвался, наверное, в жизнь и в быт 40-х, 50-х, особенно 60-х годов. Самый яркий, наверное, яркой деталью того времени, и, надеюсь, это помнят, наверное, люди старшего поколения, это была одежда. Вот, потому что на смену плюшевым коврикам и скатертям пришла одежда. И вот мне очень хотелось бы рассказать о такой одежде, как плюшевый пиджак. Его еще называли просто плюшка. У нас также есть в музее такая плюшка. Ее носили женщины времен Великой Отечественной войны, а сразу же после войны, в 50-х годах, вот, начали массово изготавливать вот этот вид одежды. И у нас такая плюшка вот есть на экспонате, вот в этой экспозиции. И хоть женщину мы показываем времен Великой Отечественной войны, но как раз этот образ очень хорошо дополняет вот этот плюшевый пиджак. Затем в конце, дело в том, что касается плюшевых пиджаков, этих плюшек, это раньше женщины, особенно времен Великой Отечественной войны, сразу после войны, особенно в деревнях, женщины ходили в фуфайках. У нас тоже есть манекен, можно увидеть вот женщину именно в фуфайках. К сожалению, другой одежды практически в деревнях не было. И именно плюшка пришла на смену фуфайке. Это был такой короткий, вот, скажем, не доходя до колен, вот такой пиджачок. И женщины, как правило, надевали на такие, скажем, праздничные мероприятия, на какие-то гуляния. Вот. Потом плюш вошел уже в такой повседневный быт, можно сказать. И вот мне очень хотелось бы показать, что кроме того, что были плюшевая одежда, плюшевые игрушки, даже из плюша были вот такие альбомы для фотографий. И туда можно было вставить. Кстати, они достаточно дорогие по тем временам были альбомы. Но также вот, конечно, можно показать, что вот одни, наверное, вот, ну, всевозможные накидки вот, женщины украшали. И не только, скажем, свою квартиру, ну, кроватки там, вот просто эксклюзив, наверное, того времени потрясающий. Это были плюшевые коврики. И вот у нас такой коврик тоже есть. Можно увидеть олени на плюшевом коврике. Такая вот красота. Все это сегодня абсолютный раритет, и мы можем только представлять, как же, в каких условиях жили наши родители, наши предки. Вот тоже мне хотелось бы обратить внимание, что плюш, мало того, что он был разных цветов, он был еще и разной такой текстуры. Вот, потому что здесь мы видим вот такой как бы врубец
плюш. Тоже очень оригинальная такая текстура ткани. И, как я уже сказала, что абсолютно разные цвета мы можем видеть. Вот скатерть очень красивая, красного цвета. Здесь же портьеры, или были тогда портьеры, шторы называйте, портьеры. Это просто красота, ведь смотрите, это женщины расшивали своими руками. Ну, пожалуйста, это с обеих сторон. С одной стороны вот такая портьера, и такая же была с другой. С бахромой, с вышивкой, очень дорогой, красивый плюш. И дело в том, что раньше, особенно в деревенской избе, не в каждой избе были двери. И вот как бы разделяли комнату от комнаты вот такие, скажем, изделия, в том числе плюшевые, вот такой красоты. Вот тоже очень красивая скатерть, ну просто потрясающей красоты. Вот такая красота у нас. Вот, яркие цвета, не знаю, как это уже в те времена, такие яркие желтые. Это также, вот как я сказала, что это плюшевые не только, не только портьеры. Вот это был комплект, вот можете себе представить, портьеры и скатерть вот такая. Ну это было просто богатство, представляете, богатство. Вот такая красота. Вот, то есть портьеры и скатерть, это все украшало, наверное, я так думаю, что какой-то красивый зал большой комнаты. Вот. Потом уже позднее, дело в том, что плюш это все-таки хлопчатобумажная ткань, это было на основе хлопка все сделано. Позднее уже начали делать такие, такие ткани, как называли панбархат, или там, и там это, по сути, это тоже разновидность плюша, но уже с элементами вискозы. Ну, вот такое у нас есть платье. Ну, наверное, носила какая-то модница, девочка, девушка. И одним из первых экспонатов была вот эта скатерть плюшевая. Тоже очень красивая, и вот мы ее бережем и рады всегда показывать в качестве примера, как жили люди раньше. Ну, помимо предметов, таких, которые использовались в интерьере, в жилых комнатах, в квартирах, конечно же, была еще и одежда. Одна из разновидностей одежды – это были детские пальто. И вот сегодня на этом манекене наш мальчик, Ванечка, на нем можно видеть вот такое плюшевое пальто, которое нам подарила Лидия Николаевна Плащинская. Не знаю, как она его сберегла, житель нашего города, коренной житель. Вот она сберегла и подарила в наш музей. И, кстати, Мишка плюшевый тоже. Один из первых экспонатов в нашем музее тоже предоставила нам Лидия Николаевна Плащинская. Вот такой у нас хороший мальчик в такой красивой одежде. Ну вот на примере этой этажерочки можно видеть, как же устраивался быт в комнатах, в избах, в квартирах. Дело в том, что плюш был достаточно дорогой тканью, и во время Великой Отечественной войны многие люди, скажем, дорогие им вещи меняли на продукты. И хочется сказать, что те, скажем, изделия, которые здесь представлены, может быть, даже какая-то семья пожертвовала, скажем, своим благополучием для того, чтобы сохранить эти изделия. Потому что некоторые изделия настолько уже изношены, что, наверное, это представляло огромную ценность для семьи. Вот, и они пронесли сквозь годы вот эти изделия, и потом, наверное, планировали передавать своим потомкам. Но вот сегодня оказалось, что это такие изделия сегодня уже просто, скажем, раритетные. То есть непонятно, что молодежи они не интересны как предметы быта, но в плане, скажем, исторических каких-то материалов это потрясающие, наверное, вот такие экспонаты.
все, наверное, помнят стихотворение «Оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший». В нашем музее тоже есть такой Мишка без одной лапки. И, наверное, он был очень-очень дорог кому-то, потому что именно без лапки нам его и принесли. Но дело в том, что этот Мишка тоже из плюша. Как я говорила, что были не только изделия, вот такие, скажем, бытовые, но и игрушки. Вот наш Мишенька без одной лапки. Мы его специально не хотим ремонтировать. Пусть дети видят, что такие, даже такие игрушки были очень ценны для каждой семьи Дори. Поскольку у нас помещение очень маленькое, конечно, мы хотели бы и показать коллекцию плюшевых изделий. У нас их очень много, наверное, более 20, и мы их собираем на протяжении 18 лет. И мы благодарны библиотечной системе города, экологической библиотеке, что у нас есть возможность вот эту нашу коллекцию показать городу. Хорошо, что вот наша коллекция может путешествовать по библиотекам города, и надеемся, что посетят эту выставку тоже многие, и тем самым увидят, как же жили, в каких условиях жили наши родители, наши предки, как они обустраивали свой быт. Это очень важно. Вот. Ну и вот, пользуясь случаем, конечно, хочется сказать спасибо нашим коллегам и партнерам.